Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новое видео. И сегодня у нас повестка дня — это денежная Пепси! Конечно же, в количестве 100 штук. Вы, наверное, заметили то, что здесь какое-то количество, здесь какое-то количество. Сразу же вам хочу рассказать то, что продавец мне немножечко киданул. Короче говоря, можно было заказать 100 обычных Пепси, можно было заказать 100 диетических Пепси, можно было заказать 30 тех, ну, как бы, по словам продавца. Я выбрала 50 на 50, попросила положить мне 50 диетических Пепси, то есть Пепси Лайт, потому что я пью именно такие, и думаю, 50 будет обычных Пепси, ну, типа, посмотрим, где будет больше денег. Как вы видите, 50 против 50. Мы сейчас специально все это расставили аккуратненько, посмотрели, посчитали, и диетических оказалось 16 штук вместо тех, которых я заказывала, как бы, 50. Ну, вы понимаете, неприятно на самом деле, если бы невозможно было выбрать, как это было, вот, например, с чипсами. Кто не смотрел денежные чипсы, обязательно посмотрите. Там мне просто написали то, что чипсы будут в ассортименте. Какие вкусы, вообще непонятно. Выбрать нельзя и все такое. Здесь же мне был предоставлен выбор. И, к сожалению, его не учли совершенно. Но, что самое крутое, что Пепси действительно 100 штук. Это лайк. Мы все достали, потому что коробки были очень тяжелые. Мы не могли их поднять. Вот одну коробку мы все-таки, да, оперли. Но, тем не менее, пришлось все распаковывать и частями поднимать на второй этаж. Собственно говоря, поэтому все это уже здесь. Банка Пепси выглядит как-то вот так. И поверх нее одета вот такая крышечка, которую невозможно снять. Я вот пыталась, и невозможно, только если проколоть. То же самое и с Pepsi Light. Знаю, что вы уже хотите узнать, сколько же стоила денежная Pepsi. Так вот, одна баночка стоила, внимание, 400 рублей. Как вы понимаете, за все 100 штук я заплатила 40 тысяч рублей. Ну, такая стандартная, можно сказать, цена за денежное что-то. Денежное что-то, смешно звучит. Надеюсь, что вы уже поставили лайк этому видео. Если вы соберете 30 тысяч лайков, то я продолжу тему денежных штучек, которые все больше и больше появляются на Авито. Если нет, то я думаю, что это видео будет завершающим. Так что все, ребятушки, зависит от вас. Если собираете 30 тысяч лайков, я снова шарюсь по Авито, смотрю, что новенького появилось, заказываю, и мы вместе с вами смотрим, какие же купюры нам попадаются, какие продавцы попадаются, ну и все в таком духе. Так что давайте лайкосики, либо не лайкосики. Ну а прежде чем мы начнем распаковывать, хочу передать приветики своим крутым активным подписчикам, чьи комментарии прямо здесь появились. Тык! Ну что, ребятушки, огромное вам привет, спасибо, что вы меня поддерживаете, спасибо, что смотрите каждый мой ролик, спасибо, что очень много комментируете, я вижу вашу активность, я вас всех очень люблю, и я надеюсь, что в одном из следующих видео я передам привет тебе, да-да, тебе, тому, кому давно не передавала привет, или тому, кто очень давно хочет получить от меня привет, но так его и не получил, так что пиши комментарий. Я уже очень хочу открыть первую бутылочку, и поскольку больше всего я люблю Pepsi Light, я хочу начать именно с них. Здесь всего лишь 16 банок. Наверное, мы их сейчас с вами и распакуем, и посмотрим, что же там. Кстати, купюры нам обещали очень стандартные. Я все жду что-то новенькое, интересненькое. Но нет, ребята, тут опять все от 100 до 5 тысяч рублей. Первую банку, которую я хочу открыть, я выберу, наверное, из серединки. Пускай будет вот это. Выглядит она очень классно. Кстати говоря, вот эта серебряная штука, она очень клево смотрится на серебряной банке. Прям как будто так и надо. А, это как будто банку с кофе открывать. Прикольно! Смотрите, здесь банка целая. И внутри, значит, был вот такой вот сверточек. Надеюсь, тут не просто как бы сверток, а реально с бабосиками. У меня шок! У меня просто шок! Мы начали распаковку с 500 рублей. С такой крупной купюрой я думаю, то, что это хороший знак. Первая купюра и уже 500. Кстати говоря, давайте попробуем Пепси. Может быть, она какого-то другого вкуса. Пахнет норм. Пепси как Пепси, прям вообще зашибенская. Надо было совместить денежные чипсы, вести денежное Пепси, и залог успеха обеспечен. Просто прекрасно проведенный вечер вместе с вами. Чипсики, газировочка, что может быть прекраснее? Так, давайте открывать вторую. Офигеть, это удобно, ребята. Вот бы все денежное так открывалось. Итак. Чё? Чё? Офигеть, ребята, вторая 500-ка подряд. Давайте третью смотреть. Тут было 100 рублей. Давайте смотреть следующую баночку. Надеюсь, там никаких сюрпризов не будет. Фух, чистенько, красивенько, цивильненько. 100. Ребят, соточка. Следующая. Смотрите, такой открываешь, достаешь, потом выпиваешь Пепси. Я, кстати говоря, хотела купить денежную колу, но
Не нашла, ребята. И тут было внутри 100 рублей. Идем дальше. Следующая купюра. Или следующая. Пепси принесла нам снова 100 рублей. Так, давайте я их все открою. Так, чинь. Прикольно, она прям снялась вся полностью. Главное теперь не перепутать, где деньги, а где просто эта фольга. Чинь. Хоп. И хоп. Теперь смотрим, что по деньгам. Ну и запаковано. Трындес. И здесь 100 рублей. Идем дальше. 100. Нифига, ребята. 2000 рублей. Офигеть. 100. Ого, косарь, прикиньте, 2000 есть, 1000 есть, 2500 уже есть, хорошо. Кайф, еще 1000. Последняя, ребята, последняя из Pepsi Light, упаковочка, и в ней 100 рублей. Только хотела сказать, в ней будет сотка, но это логично на самом деле. Итак, давайте смотреть, сколько денег нам попалось в Pepsi Light, а именно мы открыли 16 баночек. 4, 5, 6, 7, 8 купюр по 200 или 1600, 1 2000, 1 с 3600, 4600, 5600, 6600. Это очень хорошо. Теперь беремся за обычную классическую Pepsi. Я хочу взять баночку прям из серединки, допустим, вот эту, проткнуть ее. Тут все то же самое, такой же конверт. Давай твои ставки, сколько здесь? 100. Я думаю, тут 200. Или 1000. Чё? Полтос? Полтинник? В смысле? Ну начинается, ребят. Почему так постоянно? Полтос. Хотя обещали от 100 рублей. Йоу, привет. 500. То ли радоваться, то ли нет, не знаю. Но 500 это круто. Это на самом деле баночку вывело в плюс. Идем дальше. Откроем сразу две. Первая. Еще 500. Теперь смотрим, что здесь. Ребята, 1000 рублей. Просто 1000. 500. Неплохо. Очень хорошо. Посмотрите, какие деньги мы достали уже из оригинальной колы. 3 500-ки, 1000 и 1 полтос. Несмотря на то, что был полтос, мое сердечко подсказывает мне, что очень классно. 1000 рублей! Теперь давайте откроем вот так вот в ряд вот эти Pepsi и посмотрим, что нам там попадется. 50. Пам-пам-пам-пам. Подожди. 1000! 1000, ребята, нам здесь ни одной сотки не попалось еще. Я знала, что когда я так скажу, у меня здесь будет сотка. Сотка. Идем дальше. 1000. 50 рублей. Так, ребятушки, а ты не открыл? Нет. У нас с этой стороны остается две Пепси. Одну открываю я, одну открывает Денис. И барабанная дробь. У меня 1000, реально. Это что за такая офигенная Пепси? И еще 1000 рублей. Аплодисменты в студию. Мы с вами открыли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 баночек Пепси. Из них нам попалось 4 купюры по 1000. 1 сотка, 2 полтинника и что-то еще. Я не знаю, где это. А, мы 7 открыли. Открыв 7 баночек Пепси, нам попалось 4000-ных купюры. 1 сотка и 2 полтинника. Это офигенский результат. Всем привет! С вами Денис. И он будет мне помогать сейчас открывать Пепси, потому что так давно его не было вместе со мной на денежных распаковках, и я решила, что пора. Я уже открываю. Серьезно? Давай с тобой соревноваться. Давай. Ты, ну, короче, давай. Берешь 7, да, и я вот этот ряд открываю. Давай начнем. А я какой? Да любой, вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, давай. У кого больше, тот. Тот, молодец. Тот дает по жопному другому. Если у меня больше, то я тебе. Блин, черт! 1000. Черт, у меня 500. Прикиньте, у меня 500, у меня не 100, и у Дениса не 100. Значит, ты мне так... Дальше давай. Давай. Ай, ты чё? Под жопу. Это было жестко с твоей стороны. Следующее. Подожди, я еще не готова. У меня сотка, Маш. Ну, так неинтересно. Как так? Ты просто 1000 вытянул.
Так, а здесь 500. Пятерка, надеюсь, у меня тоже 100, представляете? Да. Подожди, третью, давай вместе. Давай. Вперед идет. Давай, у кого больше, тому тоже по жопу пинаем, давай. Ты же достал? У меня 1000. Давай еще раз поджопник. Только ты не успела договорить даже. Так, смотрим дальше. Ничего ты убираешь. А чё? У тебя 1000 видео, у меня 100. Да, ну все. А чё, мы так будем играть с тобой? Ну, да, давай. Судьба злодейка сделает свое дело. Так. Давай, у кого больше, тот. Тот молодец. У меня 500. 500, ребят! И у меня 50 рублей, прикинь. Готовь, Жанни. Да не, мы же не поняли уже. Шестая банка и... И смотрим. 500 рублей. 100 рублей. Дальше. И последняя банка из 7. Достаем. Я не могу открыть. Коронная будет. Ну, обычная, 100 рублей. 50. 50, ребята. Итого, давай смотреть, кому что попалось. Давай, сколько у тебя? У меня 3 сотки. А общая сумма какая? Общая сумма у меня 2 300, 2 100, 2 200, 2 350. А, и у меня, прикинь. Реально? Да. Прикинь, реально. Давай вот эти по 6. Пошла. Ну, чтобы меня сделать, надо прям вообще быть везунчиком. У меня 1000. И у меня 1000. Ничья, давай 5. Вторая. У меня 500. 100. И у меня полтинник, прикинь. У меня 100. Дальше. Смотрим. Полтинник, прикинь. 500. Блин, что-то мне вообще не везет. Смотрим дальше. Да ё-моё, опять полтинник, прикинь. А у меня 1000 и просто грязная фольга. Последняя? Да. У меня в последней было 100 рублей. А у меня 1000. Переходим к следующей партии. Следующие у нас будут вот эти вот 7 баночек, 7 на 7. Я уже первую открываю. Я это сейчас тоже открою быстро. У меня здесь будет 5, я прям чувствую. У тебя будет с атентом. Ну я хотела. Я, ребят, визуализировала как могла, но у меня 100 здесь. У меня 1000. Серьезно? Да. Давай вторую, я тебя жду. Я тебя поздравляю. Блин, за 1000, прикинь, еще 1000. Вообще ништяк. Вторая 1000 рублей. Ништяк. Классно. У меня 100 вторая. Если у тебя будет третья 1000, то я подумаю, что ты куда-то продал свою душу. У меня 500. А у меня 1000! У меня 500 рублей. Это охренительно, у тебя 2,5 уже. Я, короче, пока в плюсе иду, вообще нереально. А ну вот все. 1000, 50 ребят. Рублей. Че, какая 1000, Маш, ты че? У меня 100. Ой. У тебя реально 100. У меня полтинник. В общем, у меня 100, у Дениса 50. У нас визуализация работает. Говорим то, что хотим видеть. 100 рублей. 500. Так. А у тебя что, сейчас 10 тысяч скажешь? 100. У тебя сколько баночек осталось? Одна последняя. И у меня одна последняя осталась. 1000, 5. Ну давай просто, давай. Я вот думаю, у меня будет реально 1000 рублей. Нет, ну, серьезно. 500. У Маши 100, у меня 500. У меня реально 100. Давай просто открывай, держи. Сколько у тебя? Так, у меня 100. У меня тоже 100. Не очень, как бы, начало такое у меня. Продуктивное, не очень. Блин, я думал, 5, прикинь. 500 рублей, короче. У меня 100. Эх, если бы было бы 5000. Мне кажется, в этом видео вообще не будет 40. Я почему-то тоже так чувствую. Потому что мы столько открыли. 500. Ну, я, 500. Я думаю, что хотя бы одна 5000 должна попасться. 500 рублей, дамы и господа. Так классно открываются, ребят, так быстро. Денежная пепси, это офигенно. Я когда у тебя 1000 рублей. На обоих, как так? Просто любовь. По косарю. Давай, сердечко. 100, ребят. Да. И у меня 100, представляешь? Пепси все меньше и меньше, а 5000 так и нету. 100 рублей. 500. 50 рублей. 500. 500. 100. Маша, что ты какая-то вообще отсталая? В смысле, я сам такой? Давай, у меня 1000. У меня 500, Маш. Мне еще 1000, ребят, попалось, офигеть. У меня 100. У меня 1000 попадаются одни. У меня 100. У меня еще 1000. Охренеть, ни одной еще 1000 не было. 100, подожди, давай. Какую ты хочешь вытянуть?
Вот это да? Да я думаю, у меня сейчас 100 будет. Но это уже ни в какие рамки не идет. Да, у меня 100. У меня 1000. У нас остается, чтобы вы понимали, 4 баночки. 1, 2, 3, 4. А вот уже одна остается. Там теперь 2 остается. А, 2 остается. Так. 100. 1000. Давай. Тебе вот эту. Давай. Мне вот эту. У кого больше, тот делает и... пендель. Пожёг. У меня 500. А у меня 1000. Чёрт! Прикинь, да, когда ты начинаешь играть, ты всегда проигрываешь. И, внимание, дорогие друзья, нашли ли мы 5000? К сожалению, нет. Но зато много тысяч было и 500, так что нужно срочно подсчитывать. Погнали. Я подготавливаю свой самый главный бухгалтерский инструмент. Это калькулятор, он подготовлен. Теперь начинаем считать сатаны. Внимание! Сотен было ровно 38 штук. Или 3800. Записываем. Плюс. Теперь считаем 500-очки. 1, 2... 22 пятисотки. Столько много еще никогда не было. Это 11 тысяч рублей. О май гарбу. Теперь считаем тысячных. Тоже достаточно хорошее количество. 28. 28 купюр по 1000. Это 28 тысяч рублей. И плюс еще 2. Плюс еще 2 тысячи. О май гарбу. Еще у нас остались полтинники. Так что давайте посчитаем. 1, 2. 11 штук, это 1050 рублей. Итого получается 43 050. То есть мы, ребята, с вами в плюсе, учитывая то, что у нас еще и пепси столько штук, целых 100. Сколько стоит пепси? Рублей 40, наверное. Че ты угораешь? Какой я экономист, один из полтинников, говорит, 1000. Реально 1000. Там по-любому пару нулей еще лишние. Так что это цифра условная, понимаете? Нет, 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 минус 500. Ну вы видите, сколько время? Как бы поймите, я же человек, я тоже хочу иногда спать. Я просто не могла дождаться завтра, я очень хотела распаковать пепси именно сегодня. В общем, 43 550 рублей, учитывая то, что у нас еще есть и пепси 100 штук. Это офигенный плюс, потому что одна баночка пепси стоит от 40 до 60 рублей, ну рублей 50, наверное, она точно стоит. И это было 5000 где-то в среднем. Обалдеть, ребята, это офигенно. Пепси денежная, просто чума вечеринка, я считаю. Что ей нужно точно поставить лайк, ты бы купил еще. Да. А я бы не купила, потому что они мне Pepsi Light не присылают. А, ну да, сказать, что они черти. Так что я бы на самом деле бы подумала. Но если у них появится какая-нибудь денежная Миринда, ну, которую как бы не выберешь, она одна, то я бы, наверное, купила или денежный спрайт. Короче, ребята, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Я очень рада, что мы нашли столько денег. Это было офигенно. Ну, я вас очень сильно всех люблю и всем пока.